Вот так, девочки, выглядит бокальчик из Икеи, который все-таки муж мне купил вчера. Два. Вот. Сейчас вот кофе сварили, показываю, как он выглядит. Потом покажу, какие покупочки. И расскажу, как съездили мы. Добрый день, мои подписчики. Вот хотела вам показать продуктовую нашу корзину. Сходили в магазин, купили кое-что, но по двум чекам. Один чек нашла, один не нашла. Так что что-то могу сказать, что-то нет. Знаю, что вот эта вот бумага трехслойная, 82 рубля, вот почему-то запомнила. Я считаю, что это, даже если я в фикс прайсе в тот раз взяла трехслойную, две штуки, считаю, 50 рублей за две штуки, а это 82 рубля за 4. Так, молоко деревенское взяла, хочу кислое сделать, потомить его, сделать кислое молоко. Что из моих самых таких покупок, это вот я взяла Русское море, вот икру к Новому году, вот такую баночку взяла, прям икра горбуши, первый сорт. Так, в этом что ли у меня? Так, Русское море икра. 833 рубля вот за эту баночку отдала. Потом 4 штуки взяла камбалы. Она лежала это. Не замерзшая, размороженная. Вот, захотелось камбалы. Так, камбала, где она есть-то? Искать. Так, камбала 160 рублей. 161 рубль. Так, вот два перчика болгарских взяла. Хочу, посмотрела, девочки делают завтраки. Вот и режут вот так вот туда. Потом яичко забивают там с помидорком. С двух сторон обваливает. Ну, что-нибудь потом изображу. Так, легче так, актимель брала. Внуку отдала перец болгарский. За две штуки отдала 88,45. Так, масло взяла вот такое вот. Хочу перетопить. Одну пачку так оставлю, а две перетоплю. Так, масло это стоит. Масло. За три пачки я отдала 209,70. Сколько каждой, не помню. Так, яблоки. Свежий урожай. Отечественные. 72,82. Яблочки такие красивые. Так, семга. Муж взял себе вот такую семгу. Семга Северная Гавань. Семга 169,90. Так, чипсы отдали. Мускатный орех. Мускатный орех. Приправка. Так, 49,90. Воду питьевую. Лимоны. Так, лимончики. 4 штуки. 53,99. Так, паштет куриный. Паштет индейка. Вижу паштет. Где паштет? Вот. Говорят, вот такой вкусный паштет. Вот такой. Детям покупали. Сказали, очень вкусный. Мы тоже себе купили попробовать. Паштет этот стоит 73 рубля. 76. 76 это стоит куриный паштет, который я внуку отдала. Это стоит 73. Так, и хурма. Вот хурма. Мягенькая такая хурма. За хурму отдали 84,38. Так, ну вот это не знаю, сколько отдали, потому что чек, не знаю, не взяла. Бондюэль, это супруг захотел салат. Яйца тоже не помню, сколько стоят. Вот. Такой майонез взяли, провансаль. Так, вот такую вон бутылочку взял. К отцу в гости собрался навестить. Так, а это что-то флакончик появился новый. Это он за пивом уже сбегал. Масло подсолнечное. Масло подсолнечное, говорит. Ну, с пенсии. Решил пивко попить. Так, что пакеты вот мусорные. А, вот еще взяли себе по лезвию. Две штуки. 330 с чем-то, да. Ну так дорого, ну вообще кошмар. Ну что это такое? В Ашане почти 360 с чем-то. Угу. Бананчики 4 штуки. Думаю, может, коктейль сделаю.
Так, ну вот вся продуктовая корзина у нас. А, да. Внук нам опять порвал новый диван еще в другом месте. Дубль 2. Мы его заклеили той штучкой, которая вместе с матрасом шла. Бесполезно, короче. Проснулись на полу почти. Вот сейчас купили в охотничьем магазине специально. Сказали, что заклеить намертво. Но не знаю, попробую. Вот такой вот набор стоит 150 рублей. 150 рублей отдали, да. Так, ну, вроде все. Сегодня заплатили все коммунальные свои платежи. Внуку еще купили брючки в школу. Вот такие пироги. Ну все, сейчас буду жарить камбалу. Всем пока.